Поправки к Конституции в части экологии могут стать основой для серьезных доработок в законодательстве в сфере защиты животных и сохранения экологии. Специалисты отмечают, что сейчас крайне важно прописать конкретные меры, механизмы контроля. То, как и в какие сроки будет формировать ответственное отношение к животным, как проверить исполнение норм. Напомним, президент России Владимир Путин одобрил 1 июля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Глава государства отметил, что тема охраны природы стала одной из центральных во всем мире и России в частности. Благодаря поправкам в Конституцию, Россия может стать второй в мире страной после Германии, где права животных закреплены в основном законе государства. Документ регламентирует меры по защите животных от жестокого обращения, обеспечивает безопасность и законные интересы граждан при взаимодействии с ними.